и обратно. Но как вам удобнее. Дело в том, что она объездная, и она очень тоскливая. Там ничего нет. Едешь, и я думаю, что я посмотрела сейчас, что сейчас уже пробок нет. Утром, конечно, была огромная пробка в Токио. Я бы вообще не успела. Вот. А сейчас посмотрела, что разница буквально в 15 минут. Поэтому я думаю, что мы поедем по как бы типа Токио, вы хотя бы что-то уже увидите, хоть какое-то представление, поскольку дождя нету. Нет, замечательно. А был сегодня дождь? А с утра немножко было. Да, во втором вечером будет наверняка. А будет, да? У нас, наверное. Тучи были большие. Вечером и ночью пускай. Да. Поэтому мы будем. Главное, что в воскресенье отличная погода, потому что это, честно говоря, утомительно в день концерта надо тащить. Да еще бы. Ну, виолончели, всякие вещи и все это. И главное, это чем было? Дело в том, что когда мы решили играть акварели, я подумала, что. У меня своего-то чем было нет, конечно. Ну да. Я подумала, что ну ничего, что-нибудь придумаем. Есть у меня какие-то знакомые, у которых есть спинет, но все что-нибудь придумаем. Да. Вот, значит, ну, думаю, я потом подумаю, в общем. Потом в какой-то момент вот пришла певица, которая участвует. Угу. А я знаю, в принципе, что у нее такой маленький спинетик. Ты снимал? Вот наша эта свеча поставлена. Курица. Запах чуда. Можно по желанию, мне не дается такая печатка, ну как бы наклейка, да? Да. По желанию ты написал, это же ты общаешься с Богом, что если ты не хочешь, чтобы другие люди читали, что написано, ты заклеиваешь. А есть люди, которые вот, оставляют негайготу. Удаварачунджи, чотогакони, гукаку. Такие массы ёуни. Ну это вот девочка. Это девочка написала свое имя с тем, чтобы она просит, чтобы поступить в ту школу, в которую она хочет поступить. Ну да. Чтобы ей Бог помогли. Такасаки, 23 сентября 2017 год. Синяя храма. Да. Все, да? Сейчас сезон персиков нет. Да. Сейчас они сезон прошли, этих маг. Мне сил не хватает, извините. Ой-ой-ой. Просто сейчас видите как. Не ступать.
пенсионеры в гольф играют. Нет. Не гольф. Такие ножницы, что в Маэбаши является центром префектуры, как бы столицей префектуры. Но при этом Шинкансен проходит через Такасаки, через Нажгу. Поэтому чисто в туристском плане, в плане, так сказать, простоты передвижения, наш город более такой удобный. Ну, он с движуха больше. Ну, да, да, да. А Маэбаси, несмотря на то, что он центр префектуры, он более провинциальный. Mm-hmm. Здесь как бы так все так более такое, как бы, на бизнесе построено. Нету. Вот салат человеческий. И вот салат человеческий с креветками. Пари-пари есть там? Пари-пари. Есть. Вот, нажимай. Так, ну давай. Давай. 4, 8, 4. Есть? Есть. Два? Чему? Два? Один. Лучше разные. Какое? Какое? Что? Это было в сети? Это не было. Не может быть. А ну посмотри. Что? Ну открой. А это что? Ты заказал один на гольф? Лёнь, ты себе заказал? Я себе заказал такой. Нет, там пока. Фина, она уже с сознанием делает. Конечно. Возьмите вилочку. Фотографируйте. Возьмите вилочку. Ну как? И радуйтесь жизни. Я вот так вот способна. Тут вот, о, тут тоже аллея какая-то интересная. Снимаю. Не дашь? Кальмар в таком кляре. Кальмар. Это очень вкусно. И это удобно есть палочкой кататься или рукой. Будьте правы. Отдай в ответ. Смотри, курей. Соленая курочка. Дорогой закусон. Да я пришел сфотографировать.